Ne güzel balat. Я тебе сейчас положу.
Мы рады, что вы здравы, здоровы, весело отдохнувшие, вновь пришли в нашу школу. Всем доброе утро! Всем здравствуйте! Гости, ребята, родители! С новым вас учебным годом! Начнется трудная, ответственная школьная пора.
А для 11-классников сегодня выход на финишную прямую. Сегодня начинается последний школьный год. Все, вас поздравлять можно? Спасибо. Вас также. Нет, я работаю. Дорогие малыши, узнаем, подготовились. Сказать твои книги, уже настроились. Слово предоставляется первоклассник. Вот она живая сейчас? Да, вот мои. Вот если... белый бант сверху. Ага. Да это что ли? Если не трудно, я у вас куплю хороший только, профессиональный. У нас мыльница, грубо говоря. У меня черно-белый еще. Вот мама сзади стоит. Да. Обещаем не лениться, только хорошо учиться. Вот мы посмотрим. Дорогие первоклассники, со словами поздравления к вам обращается директор школы Виноградов Александр Николаевич. Вот и все. Лето закончилось. Я рад вас видеть, своих воспитанников в стенах нашей родной школы. Я поздравляю всех вас, пап и мам, бабушек и дедушек, с началом учебного года. Еще раз пройдем курс среднего образования для родителей. Это тоже полезно. Но особое поздравление сегодня у нас нашим самым маленьким, нашим самым дорогим и любимым воспитанникам, это к нашим первоклассникам. Я хочу, чтобы они у них легко и просто, чтобы они вошли в нашу семью школьную. Чтобы все у них хороших оценок, здоровья, хороших друзей, хороших подруг. Чтобы все у них было хорошо. Уважаемые друзья, уважаемые ученики, мои дорогие маленькие друзья, бабушки и дедушки, папы и мамы, мой уважаемый коллектив приглашенный, я поздравляю всех с великим днем. Сегодня 1 сентября, первый день занятий. Сегодня 2 сентября, первый день занятий. Я желаю вам всего хорошего. Будьте преданы своему делу. Будьте честны. Будьте добры и снисходительны. Удачи вам, всего вам доброго, всего самого-самого хорошего. Счастливо. Педагоги, любимые наши ученики, наша надежда, наше будущее. Решите мне от имени старшего поколения, от имени тех, кто в 1941 году в июне месяце в 4 часа утра на наших западных рубежах, прежних, подчеркиваю, рубежах Советского Союза, встретил немецкие фашистские орды и принял первый бой. Я передаю вам самые лучшие пожелания от тех,
кто в суровые, холодные, зимние дни, декабрьские дни под Москвой одержал первую историческую победу над немецко-фашистскими войсками. Я передаю вам самые лучшие... Не так.
весело, но энергично, споро, смело, чтоб слава 41-й гремела. Примите эти цветы в знак благодарности. От имени нашей школы и их родителей. Третий, а В класс, но в спину и вверх.
когда придете во дворец творчества юных. Вы наша опора, надежда в этом учебном году. Так как вся параллель сейчас здесь находится от имени администрации школы, от имени педагогического коллектива, мы хотим, долг у нас небольшой остался до нашей отличницы Грибановой Елены, мы хотим вручить ей похвальный лист за отличное окончание. За отличное окончание учебного года 10 класса. Пожелать всего самого хорошего. Потом сказали. Так, родители. Рома, смотри сюда, Рома. Рома, смотри сюда. Дима. Тихо, Рома, смотри. Детки, смотрите сюда, вперед. Рома, Рома. Значит, сегодня мы сели, кто как хочет, поскольку почти никого не было на сборе с детей, поэтому сегодня сели. Расстались немножко по-другому. Так, значит, теперь вашим деткам выдали пригласительную музыкальную школу. Кто пожелал, прочитайте, кто хочет, значит, сегодня в музыкальную школу. Дальше выдали вот эти пригласительные в киномакс в четверг. Поскольку, к сожалению, тут не написано сеанс, но узнаете. Сами, видимо, бесплатно. Значит, кто тоже пожелал, раздала. Дальше получили вот такие конверты. Значит, внутри там поздравления от хлебокомбината и вот самый главный купон. По этому купону там адреса магазинов. Пойдете, получите сладкий подарок 1 сентября. Может, прямо по сегодня. Сейчас прочитаете, где-то ближайший магазин получите. Так, значит, кто хочет также с детишками сходить во дворец творчества юных, ну, дворец пионеров, вот здесь есть пригласить. Так, мальчик, дружим. Фотографии.
прячьтесь, пожалуйста. Вот. Я чтобы вас видел всех. Вон нас снимает. Пусть
Вчера мы с вами ходили в кукольный театр, где было посвящение в первокласснике. Это не просто кукольный спектакль был сначала. А вас поздравляли с вами, играли и вам говорили, что вы уже стали взрослыми людьми. Вы теперь ученики, и не просто ученики, а умные, послушные, добрые. Вы должны дружить друг с другом, не обижаться, мальчики защищать девочек. А девочки должны показывать, что действительно они ученицы, красивые, хорошие, ласковые, добрые. И должны не только радовать родителей, но и меня, поскольку я с вами теперь на все долгих 4 года. Я как ваша вторая мама. Поэтому раз мама слушается, значит и меня слушается. Потому что когда ваши родители будут приходить на собрание, я буду о каждом рассказывать. И надеюсь, что ваши мамы и папы будут слушать, хотят послушать только самые добрые слова о каждом своем сыночке или дочке. Итак, ребята, поскольку вы у нас теперь ученики, то мы с вами, прежде чем получить первый документ школьный, мы должны с вами принести клятву ученика. Поднимите руки, кто выучил это клятву. Молодцы! А теперь давайте с вами встанем около своих пальцев. И произнесем с вами эти торжественные слова. Итак, 3, 4. Обещаем не шалить, дружбы школьной дорожить, даже если мы Лапки вы, Аня.
Отъемкивай. Бьет же наш дружок, смелей, беги-ка в школу поскорей.
Там ждут тебя с добром и лаской. А это лучше даже сказки. Будь счастлив наш малый и большой. И помни, мы всегда с тобой. Твои друзья Колобок и Медвежонок. Надеюсь, это первое письмо, которое они нам с вами прислали. В дальнейшем еще у нас будет почты. Но уже, может быть, по другому поводу. Итак, они вас поздравляют с тем, что вы теперь не просто выпускники детских садов, которые пришли в школу, а вы теперь ученики. Это большое, главное слово и очень важное. Ученики. Итак, сохраним это письмо. И с вами это письмо еще разочек прочитаем. Знаете, когда? Когда будем прощаться с начальной школой и посмотрим, какие мы были маленькие еще и какие мы станем с вами взрослыми. А сейчас в заключении нашего праздника сладкое угощение. Маленький.